Ну а в это время возле Кабмина сегодня снова протестовали. Жители Житомирской области приехали в столицу с требованием очистить реки Случ и Хомора, которые отравлены стоками. Люди жалуются, что вода серого цвета, ежедневно на берегах находят мертвую рыбу. В загрязнении обвиняют картонно-бумажный комбинат, который расположен в соседней Хмельницкой области. Еще в марте минувшего года было открыто уголовное производство. Однако вопрос по сей день не решен. Напомню, в прошлом году на территории Барановского района уже фиксировали подобные загрязнения. Тогда даже объявили чрезвычайную ситуацию. И позднее стало известно, что во всем виновен Панинковский комбинат. Я думаю, что у нас вистачить сил. Сегодня это первый наш такой мирный крок. Наступний крок, ми просто заблокуємо роботу Панінківської паперової фабрики. Для цього потрібні будуть сили, тисячі людей.